Космические цены на авто сомнительного качества. Например, подержанная Kia Rio больше, чем за 2 миллиона рублей. Такая неприятная покупка ждала красноярца, который решил приобрести машину в автосалоне. В офисе компании мужчину посадили в кабинет и не отпускали 6 часов, пока он не подписал документы. В истории 2-миллионного кредита за машину, красная цена которой всего 700 тысяч, разбирался наш корреспондент Елисей Савлюк. Этот автомобиль мне обошелся в 2 раза больше рыночной стоимости. 2 миллиона 300 тысяч рублей. Именно столько Николай отдал за эту подержанную Kia Rio 2017 года выпуска, красная цена которой 700 тысяч рублей. Рассказывает, его машина сломалась, а ездить на чем-то нужно. Решил поискать объявление в интернете. Наткнулся на привлекательное предложение. Позвонил, сказали приехать в автосалон. Уже на месте выяснилось, той машины, которую хочет Николай, сейчас нет, но есть другие, чуть подороже. После, вспоминает мужчина, вышел из автосалона во 2 часу ночи и с кредитом. Они забрали, когда на оформление документы, то есть они их вернули, кроме прав. То есть права они не отдавали до того момента, пока мы не подписали договор. При подписании договора они никого не пускают. Мы были с матерью, как бы, они не пускают ее туда. То есть там ты заходишь один, закрывают дверь, так как бы на эту камеру все снимают. Они изначально все условия, которые их устраивают, они рассказывают без камеры, потом включают камеру, как бы, и там уже рассказывают под запись все как им выгодно. Позже выяснилось, переплату, которую накрутил автосалон, они оставляют себе. Банку выплачивают только проценты. При этом пробег автомобиля оказался смотан в 2 раза. При оформлении, говорит мужчина, применяют жесткий маркетинг. Не дают уйти и пугают тем, что кредит больше никогда не одобрят. А то, что должно было идти в подарок автомобилю и в обычных магазинах стоит копейки, тут продают за 100 тысяч рублей. Вот этот подарок, это набор автомобилиста. Он стоит 68, по-моему, тысяч рублей. У них 82 тысячи, видеорегистратор китайский, там за 1000 с копейками, антирадар такой же и набор автомобилиста, соответственно, вот 248 тысяч. С вопросом, почему так, мы приехали в сам салон, которому, к слову, всего год. Увидев камеру, все сотрудники разбежались по кабинетам, а единственный оставшийся менеджер, который и продавал машину Николаю, сегодня оказался не так разговорчив, как в день оформления автомобиля. Скажите, зачем людей обманываете? Я комментарий вам не буду давать. А кто, руководство на месте? Никого. Никак никого нет. Салон работает сейчас? Работает. Салон работает. А вы кто? Сотрудник автосалона. Вы отвечать не будете на наши вопросы. Вот здесь подписывается на договора. Вот здесь закрывается. Там ставят веб-камеру. Ой, я лазить не буду. Ставят веб-камеру, то есть никого сюда не пускают. Пока ты сегодня подпишешь, что ругать, крики, скандал. И... сейчас почему-то их нет. То было их много всех, сейчас, соответственно, никого нет. Причем от клиентов у этого автосалона нет отбоя. Только за время нашей съемки сюда приехали 2 человека, которые, увидев всю эту картину, передумали приобретать автомобиль. Другая же пострадавшая, Виктория Кузнецова, которая купила «Ладу Гранту» почти за 2 миллиона, уже обратилась в суд. Заседание назначено на 23 ноября. Я просто жду результатов. С другой стороны. Да, буду еще пробовать. То есть вы дальше пойдете, если вдруг 23 ноября? Да, конечно, хотелось бы выиграть. А выиграть есть шанс, говорят автоюристы. Главное, если вы попали на удочку таких предпринимателей, не тянуть время, а сразу обращаться в полицию. Если вы уже оказались в автосалоне и вас не устраивают условия, смело вставайте и уходите. Сейчас, говорят эксперты, количество обращений по подобным схематозам увеличилось в разы. Причем состояние автомобилей за космическую цену тоже вызывает вопросы. По многим случаям данные автомобили уже участвовали многократно в ДТП. То есть само качество автомобилей, которые продаются в этих автосалонах, оно низкое. Пробег смотан, не соответствует вообще технические характеристики данных автомобилей. То есть мы не советуем вам туда обращаться, но если вы уже нашли там какой-то автомобиль, то хотя бы как минимум проконсультируйтесь, что за документы вы подписываете. А пока все пострадавшие от таких продавцов готовят коллективное обращение в суд и надеются, что владельцы автосалона не пропадут в один миг вместе с их деньгами. Елисей Савлюк, Илья Сенкевич, 7 канал.